мечтаете о теплой и солнечной осени? Я вам назову сейчас три причины, по которым следует арендовать мой апартамент в Арни именно осенью. Причина номер один. Я сейчас нахожусь на террасе своего апартамента. Сегодня у нас 6 октября, около 10 часов утра. И посмотрите, какое ослепительное солнце, тепло. Сегодня обещали больше 20 градусов. Вода, кстати говоря, на море тоже где-то в районе 20-21. Ну, купаться, не купаться, каждый решает сам. Ну, вот такая замечательная у нас погода. Недаром Болгарию называют солнечной, потому что большую часть года здесь светит солнце. Причина номер два. Это знаменитые болгарские овощи и фрукты. Осень. Это яблоки, груши, айва, инжир, то, что болгары называют смоква. Это знаменитый болгарский виноград. И, конечно, любые овощи. И все это свежее, только что собранное с грядки и доставленное к вам на прилавки. Лучше, я бы даже советовала, все это приобретать у участников, которые с удовольствием это вам продадут. И по каким замечательным ценам? А вот цены – это причина три. А для кого-то, может быть, она и первая. Так вот, цены самые замечательные осенью, потому что закончился курортный сезон, и резко падают цены на аренду жилья. Потому что в этот момент здесь действительно чудесные по сравнению с Москвой, Питером, да и вообще с Россией, цены на продукты, питание и на другие вещи. Кстати говоря, и шопинг здесь очень приятный. Обувь, одежда, отсутствие народа. В бутиках вы можете приобрести то, что модно, то, что вам интересно, то, что, я бы сказала, полезно для здоровья, потому что очень много натуральной одежды и обуви по тем самым приятным ценам. Итак, если вы хотите провести солнечную осень, позаботиться о своем иммунитете и при этом еще и сэкономить, милости просим в наш апартамент в Варне. Чтобы получить больше информации и о нашем апартаменте, и о тех возможностях, которые предоставляет жизнь и отдых в Болгарии, становитесь нашим подписчиком. Для этого просто нажмите кнопочку «Подписаться». И не забудьте тут же нажать колокольчик для того, чтобы получать уведомления о тех новинках, которые выходят на нашем канале. Ну а если у вас есть вопросы, то вы знаете, что задавать их нужно в комментариях. И мы ответим вам сразу, подробно и с удовольствием.